вырезать. Карик стоит, свечует из-за нее. Снимала, да. Следующая композиция какая будет? Да дебильная по-любому. По-любому. 100%. Тут мне только тут одна понравилась. Классика и все. Тут видишь? Жопа поднял, меня сокрял. Снимаешь? Да. Подожди. Подожди. Да не, психа была и. Во! А кто это знает? Кто это был? Это кто? Это маленький нежный зверь, да? Да. Ласковый. Маленький нежный зверь. Вот это мне нравится тоже. Это-то я узнала. И у нас есть свадьбе белый-белый танец под это. Медленный. Первый танец молодых. Вот мне нравится. Ближе, да? Это мне очень нравится. Света, я начала снимать. Да, да. Света, да, Света, ты за такой знаток вообще? Играет, говорит, да. Еще рано. Не, ну красиво. Да. Давай найдем же мужиками сначала. Давай. Мне так на это полово хочется положить палку. Так вот. Сверху. А если тебе на вот это положить палку? Нет, я хочу такое, я хочу на по голове. У нас лучше, чем в Дубае, да ведь? Ну да. Ну серьезно. Нет, да? Нет, нет. Не сравнить. В Дубае лучше? Фонтан лучше, да? Конечно. Вот что стоит. Сейчас двери. Не меня спину лишили. Не что, мы на концерте, что ли? В кинотеатре. Что за фильм? Да. Вообще идеальная композиция для свадебного танца. Идеальная просто. Я, наверное, закончу снимать, я не хочу портить впечатление больше музыкой. Это пускай останется вот это вот. Да? Но это было идеально. Да, что, чтобы не портить впечатление от следующей композиции. Как под эту песню развод, да? То есть он неизбежен, да? Да нет, почему? Просто не люби эту песню. Я думала, лучше не будет, но это не лучше, чем та. Наконец-то все свалили, и мы сейчас стали вот эти вот первые. Удобно мне, наоборот, так тепло, хорошо, и мне удобно, и точно.
подножие этого фонтана снимаете, тоже там красиво. Что там красиво? Ну, подножие. Сейчас будет. Там не бывало еще наша нога. О. Мы там еще не купались в этом фонтане. А прикинь, как бы мы тут с тобой кружились. Вот так вот бегали. В ритме вальса, да? Ты понимаешь, что фонтан — это наша тема? Недалеко. Видишь, я вас все в каких людях пошла. Нашла. Да, в каких людях, да. Скольких. Одно, что человек с музыкальным образованием. Именно это было, знаешь. Ну, ты же играешь на пианино? Играю. Играешь? У меня отец играет, не учился нигде. У меня отец играет на всем. Вообще все может. Конечно, я это все знала. Все это проходили, но... Если нет практики, ты же сама знаешь. Что бывает, если нет практики? Все позабыла. Ячейки в голове другим забиты. Все в одно видео у меня выйдет. Скажут, сначала я жрут пиццу. Говорят, что мало, что дорого. Потом пошли на прекрасное смотреть. Ничего не знают ни одной композиции. Это шоу. Ну вот, вот такая музыка должна быть. А никак не Гагарина. Thank you.
Сколько еще будет это представление? 10 минут. Еще 10 минут? Ну что, ладно, снимаем. От начала до конца. Вот эти верные, это они переняли из красиво. Я забираюсь снова назад. Просто щелкнувший. Наши композиторы самые лучшие. Да ведь? Конечно. И писатели, и композиторы. Воды выше, чем вот это вот. Наверное, последняя. Потому что такая торжественная, она прям красивая. Thank you.
Конец. Сейчас, да? Что? Мороженки будут всем раздавать? Да нет, я думаю, что нибудь такое прямо. В конце. Пиво понесут нам. Запоминаешь это, что такое мороженка для пива? Ну, неплохо было бы, но я не то имела. Наше представление закончено. О! Спасибо, что были с нами. Вам спасибо. Будем рады новым встречам. Каждый день что такое представление? Может, будем ходить сюда постоянно? У нас рядом с домом точно такой же фонтан. Вот так вот, да? Да, почти такой же. Ну, почти. Чуть-чуть поменьше. Света говорит, у нас рядом с домом точно такой же фонтан. У нас тема фонтанов закрыта. У нас на Урицкого 13, да? Там такой фонтан. Я, кстати, волос не... Туалет? Вот. Давайте зайдем, туалет вон стоит. А потом пойдем на набережную. Я волосы даже не расчесала. Пришла с пляжа, даже волосы. Вышла из душа, волосы в соленой воде. А сейчас весь туалет куда он? Не чесано, не мыто, конечно, все пошли в туалет. Войдем. Куда? Аня, пошли в фонтан. Он закончился как раз. Я вам уже сказала, тема фонтанов закрыта. Что-то уходило. С фонтанами каши не сваришь. Мы с тобой зайдем в один, ты скажешь, а я уже в том была. Давайте не пойдем, что прикалываешься. Мы туда не пойдем. Там очередь, посмотрите. Ну, пойдемте в кафешке в этой день в столовку. Не, давай больше не пойдем, где пиво 250 рублей. Нет. Мы пойдем сейчас. Что, мы вообще куку, что ли? Если в столовую пойдем, супа поедим. Да, за суп. Мы пошли. Да. Дима веди нас, знаешь, когда в какую столовую, которая... Нет, ну может уберет, ты что? Ну, не веди нас. Можно мы с тобой вечером кушали. Морской берег, где мы загораем, почему не дойдем? Дойдем? Далеко. Нет, так ближе есть намного. И фонтаны тут. И фонтаны есть ближе, да. У нас возле дома прямо. Прям есть все. Все. Я лишь боюсь тебя не найти. Та луна обмена тебя скроет. Новая луна укажет мне след. Я тебя найду, найду в воде. Когда заживет больное крыло, ты вновь улетишь так далеко. Полная луна укажет мне след. Опять мимо кладбища идем. Сейчас он, Дима говорит, он христовенький. Вообще никто к нему не подходил. Он один тут стоит, вот. Делает каждый вечер эти фокусы. Тут, говорит, толпа собралась. Вот. Раз на раз не приходит. Димка сказал слово хри... Я здесь стоял один, работал фонтан. Мы как раз шли, он где-то и стоит один. Его кто кидает этот шар. Вот видишь, как у него этот ангажемент. Что значит слово ангажемент? Красиво, не знаю. Красивое. А такое слово точно есть? Да. Ангажемент. Ну, это что-то связано с выступлением. Да. Короче, да. Та-та-да-та-та. В пижаме и иду. Короче, хожу так, как мне удобно, понимаете? Никто мне не указ. Я как сумасшедшая хожу.